В первую очередь важно понять, что это заболевание может коснуться каждого. Зачастую человек даже не знает, что он ВИЧ-положителен. Необходимо сдать тест на ВИЧ, который является анонимным и бесплатным в государственных медицинских учреждениях. Бояться этого не стоит, поскольку не знать о своем статусе действительно опасно. Особое внимание нужно уделить половому воспитанию школьников, так как подростки от 14 лет находятся в группе риска, и игнорируя этот способ профилактики, мы можем лишиться здорового поколения.